Добрый день, мои зрители. Не хотел снимать я про потоп, но вот просто как черная Волга едет по этим лужам. Просто видя, что тут творится. С утра вам немножко дальневосточной экзотики. С вами Юрий. Мое почтение. Просто тут час пик. Видите, люди уже привыкли. Уже все, уже откачать вот это бесполезно. То есть это все вот подземная река как бы пробила русло. Вода эта вся выходит наверх. И что с ней не делают, она вот стоит. Я сюда ходил сейчас. В банк. Получал компенсации за утопленное. Ну и вот весело видел, как говновозка проехала. Такая цистерна, поднимая брызги на скорости. То есть люди уже выучили, где какие ямы. Просто на скорости эту лужу пролетают. Это вот медленно едет. Брызги веселые. Ну, надеюсь, ваше хорошее настроение с утра. Увидите, как кому-то плохо. И у вас сразу улучшится настроение. Что... Не так все у вас плохо, как у других, да? Но это уже для нас, мы так рады, что у нас все стало гораздо лучше, потому что это была река вот практически до конца улицы вот этой. Ну, сейчас, если показать. Сейчас, секундочку. Вот туда, то есть та остановка вот там вот, она была утоплена. И дальше, дальше, дальше до перекрестка. То есть это фигня, это уже. Да, утонули предприниматели, утонул Сбербанк. То есть уже, это вот помните, я ночью бродил, вот Сбербанк. То есть уже плюнули откачивать, сказали хер с ним с деньгами. Золото все равно не ржавеет в этом говне. Ну я так шучу, а деньги... Промокли, фигня, деньги не пахнут. Пусть они с говном немножко купюры, но деньги не пахнут, поэтому. Кстати, мне уже пачка с этих попадалась, штук 10 сотенных, такого вида, что и действительно, как будто их высушили от чего-то грязного, замызганного. Ну и зато вот какое небо голубое, вместо обещанного снегопада. Вчера прошел какой-то странный ураган, идеальная погода. Ну и больше трепаться не хочется. Потрепались с вами ночью в чате. Ну еще покажу наши окрестности. Тоже тут. Сейчас вот тоже вода упала. А то вот ночью тут вообще нельзя было пройти. Все было залито. Так что жить стало лучше. Жизнь стала хорошо.